Выхожу со станции метро Перова. Сейчас нужно найти выход номер 7. А здесь почему-то на навигации номера выходов не подписаны. И придется вначале пройтись до одного, потом еще до другого. Ну и так далее. Ну да, вот написано 3-8. Значит, иду в правильном направлении. Первый вагон из центра. Но мне нужна улица 2 Владимирская. Там я по карте посмотрел. Получается, как раз таки та, которая ближе именно к 7 выходу. Так что, значит, пойду я сейчас туда. Да, номера выходов, конечно, они с детства не научились писать. Я там на Нагатинской ругался. Здесь еще похуже. Ну что, пойдем наугад. Понадеемся, может, где-то а будет написано. Ну, фиг там плавал. Придется сейчас снова доставать карту. Так, ну что значит? История повторяется с историей на Нагатинской. Так, через дорогу 2 Владимирская, 36. Сейчас попробую понять теперь по карте, где находится 36-й дом. Так, ладно. Ну что, скорее всего, я нахожусь здесь. Конечно, долго объяснять, где именно здесь. Ладно, пойдем пока наугад. Потому что вычислять я сейчас так буду очень долго. Сейчас попробовать. Может, мне навигатор выдаст что-то дельное. Так, но он показывает, что я иду возле дома 22/43. И еще и гребаный интернет, конечно, нифига не ловит. Так, ладно, понятно. Возвращаемся обратно. Походу здесь я пошел на Зеленый проспект, а мне нужно на 2 Владимирскую. И там, значит, они пересекаются, эти две улицы-то. Кстати, почему-то Евросеть вот на карте не отображается. А всякие там Dixie и прочее отображается. Вот Subway отображается. Так, ну что, сейчас вроде бы в правильную сторону пошел. Пока что нам прямо.
Надеюсь, что нам прямо. Погода, кстати, такая более-менее. Ну как более-менее, 50 на 50. Я думаю, если снег не валит и дождь не моросит, это уже хорошо. Но небо так на 50% чистое, на 50% облачное. Сейчас вот так меня вырвали из дома. И вот сейчас пришлось... И вот сейчас, значит, мне пришлось все бросить и поехать на этот адрес. Именно в тот момент пришлось бросить, когда я монтировал следующий выпуск на этот свой канал «Москва выходная». На сегодня я планировал успеть сделать две вещи. Это дописать трек, инструментал, так сказать, новую минусовку. И подготовить выпуск следующий. В итоге получается так, что поскольку у меня сейчас выдернули, пришлось все бросить, сюда поехать. Не знаю, что я сегодня успею сделать. В итоге получается так, что это мне сейчас придется все свои планы перестраивать, поскольку уж я оказался в этом районе. Тогда, значит, в еще одно место зайду, как раз и засниму, пока погода хорошая. Это по первой причине, пока погода хорошая, засниму. По второй причине, то что я сюда планировал приехать через пару дней, тогда, когда буду в соседнем районе, то тогда мне так было бы выгоднее. Но поскольку меня неожиданно выдернули сюда, то тогда получается так, что выгоднее мне уже сегодня заехать во второе место. Там кое-что забрать. Конечно, если это кое-что готово. Так, ну все, значит, я почти пришел. Сейчас буду созваниваться. Так что запись...